или в подъезде, или на море. Только так я могу с вами разговаривать. А сейчас я побежала по делам, а это платье я переделала. Он из моего сексуального сарафана. Низ, я сказала вам, было от моего старого платья, на котором верх полинял, то есть цвет поменял черный. И я сделала вот такой вот. Покажу вам дома. Привет, мои дорогие. Иду пешком, так как мусор собирают, а мы бежим со Шкимом на концерт. Я 2 дня работаю, даже сегодня не ходила на море. Что, идем сегодня расслабимся, взяли кресло, сумку. Ялчин придет. Кофе я сварила, несу лед. Чуть-чуть виски выпьем с ним там. Чуть-чуть совсем. Много нельзя, работы много. Вот я и пришла пешком. Одела штаники, такие практичные. О, Шкимчик меня ждет уже. Пока музыки нет, с вами поговорю, запишу вам о том, чтобы не забанили меня. Я так что-то устала. Не почему-то, а я знаю причину. Много работала. Последние дни промоушена, еще завтра. И поэтому погладила полы, помыла. Ой, что хотел, завтра окна надо мыть. Хозяйка, ну знаете, вот когда говорят, руку кого-то пригласи, не могу пригласить свой. Ну и у меня есть руки, ноги, даже ног. Зачем? Сказала Шкиму, давай положи, чем тащить на руках. Тяжело. Так, не так же тяжело. Свобода, пока внуков нету. Всем привет, мои дорогие! Снова я, Светлана, та, вещаю вам с утра в удобное для меня время, да, и для вас. Мои дорогие друзья, у нас новости. Даже не знаю сказать, вот сейчас иду, перевариваю, решила все-таки с вами поделиться. Есть очень много новостей, но самое грустное заключается в следующем. Родители, как вы знаете, уехали, правильно? Но они вернулась мама с сестрой. Сейчас подробность. Долго рассказывать не хочу. Вернулась мама с сестрой. Почему? Потому что пришел ответ гистологии. Эндер поехал в больницу, и нужно было назначить ей какое-то лечение. Папа сказал, поезжай, тебе назначат. Но не тут-то было, он в одну поехал за ответом, потом поехал в другую больницу. К врачу врач говорит, без больной никак. Они думали, что они там сделают это все, в Нигде. А врач сказал, кто вам делал операцию, езжайте туда. И вот им пришлось вернуться с сестрой.
И когда врач, они пришли на прием, он сказал, что, короче, назначил еще курс химиотерапии. Акалы и лачты, говорят, умное лекарство. Здесь у нее есть специальный такой катетер, который врастили под кожу. И вот подключичный, скорее всего, катетер стоит. И начали ей делать курс лечения 4 дозы. Почему? Потому что, говорит, там в печени что-то было не то. Но вроде бы сейчас все чисто. Наверное, метастазы он имеет в виду. Но все-таки для спокойствия 100% давайте еще сделаем курс. Вот, и естественно, они здесь, папа там один. И мы с мужем решили поехать к маме. Поддержать ее как-то, да? Хотя у меня еще и другие есть планы, мои дорогие. Есть планы, и сейчас расскажу вам о них. Так вот, в итоге родители здесь, мы едем к маме. Следующая новость заключается в том, что я взяла билеты, лечу за внуками в Стамбул через неделю точно. Так что мои внучата будут со мной. Да, предстоит долгий путь. Это такой же путь, как до Батуми, столько километров. На автобусе сначала хотели уехать на автобусе, потом думаю, у нас же нету много вещей. И почему я должна за каких-то 1000 лир разницы, ну там, конечно, больше получается с пересадками, но мучаться, да. Обратно нам придется ехать на автобусе. Автобус стоит, мы смотрели, 1500, 7, 5 человек, где-то 8000, грубо говоря. Не знаю, цены же меняются. И, естественно, на самолете не полетишь, потому что очень много багажа. Ну и не налетаешься, очень много, да? За эти деньги я их накормлю, поведу, покатаю куда-то. Вот такие у меня планы, мои дорогие. И что я могу сказать? Остановлюсь и поговорю с вами. И билеты купили. Следующий понедельник, да? Не знаю, когда вы увидите это видео, но увидите. Вы жалуетесь, там некоторые написали мне, что минус единственный за опозданием видео, потому что мне не получается, я же несколько кадров делаю, друзья мои. Ну, как получается, так получается, но от всего сердца. Я сейчас подготавливаюсь к приезду внуков. Через 2 дня мы идем на свадьбу азербайджано-турецкую. Моя знакомая пригласила нас, так приятно. Как проходит азербайджанская свадьба? Невеста из Азербайджана, а мальчик турецкий Азербайджан, можно так сказать. И мама его, моя подруга, мой бизнес-партнер по бизнесу, она давно купила бумаги, инвестор. Вот такие вот дела у меня столько в команде. А по этому поводу хочу вам кое-что рассказать. Тут у меня есть одна подписчица, но она так, мой секретарь. Только я выпущу видео, она уже там. Но я понимаю, что у нее есть какой-то интерес, да, ко мне, если она смотрит видео. Ее name Forest был Forest. Картинка какая-то непонятная. Человек, который прячется, неискренний. Ну, он поставит какую-то чужую картинку. Или кошка там была, или цветок какой-то. А человек, который публичный, как я, говорит правду, вещает всему миру о своем бизнесе, о своей жизни. Мои фотографии везде на протяжении стольких лет. Это говорит о порядочности, о честности. Ни один обманщик не поставит свое лицо в фотографии, чтобы вы знали, смотрите. И вот этот человек, она постоянно меня обижает. Обижала. Я не то что оправдываюсь, просто рассказываю, какие есть люди, да? Какие есть люди. И вот никто еще, допустим, комментарий написал, но она обязательно. И она так мне все это пишет. В итоге что? В итоге я просто ее вчера заблокировала.
когда, говорит, наконец-то приедут ваши внуки, чтобы вы, мол, занялись делом. За что я берусь, ничего не довожу до конца. Алло, девушка, женщина, мужчина, кто вы там? Откуда вам известно, что я не довожу? Вы не видите, что я довожу все. Мне просто вас очень жаль. Займитесь своей жизнью, а не разбором моей жизни. Вы сейчас в бане, вы мне уже достали. Портите мою ауру на канале. Мои подписчики сколько раз вступали с вами в споры. Видно, вы не понимаете, у вас какая-то своя правда. Ну, пишите это другим на других каналах. Вы уже в бане. Forest together. Я желаю вам огромного счастья. Хотя я сколько раз вам предлагала приехать ко мне, подружиться, встретиться, поговорить со мной, но вы не хотите, вы боитесь. Я всегда говорю таким людям, объяснить, пытаюсь идти навстречу, делать шаг вперед. И говорила, давайте с вами поговорим, пообщаемся. Мне очень хочется, потому что вы очень страдаете, вы очень несчастный человек. За все дела, которые я беру, я довожу до конца. Что касается нейрографики, я все довожу до победного конца. Я не просто рисую, я получила 3 сертификата. Я закончила кучу курсов, за которые заплатила деньги. Что касается нумерологии, у меня уже был первый разбор, за который я получила 2500 рублей, мой первый заработок. Вчера мне перечислили, я была приятно удивлена. Я хочу сказать, что я не останусь без куска хлеба, чтобы вы знали. И я заказала книгу, которая летит ко мне уже. Скоро привезут мне ее по нумерологии. За все, что я хватаюсь, я довожу до конца. А что касается бизнеса, так вы сами должны видеть, как я развиваюсь и как, что я делаю. И то, что касается моих внуков, это все за мои деньги. Мой муж мне помогает, и я помогаю ему. У нас и в доме я тоже очень много помогаю мужу. Мы живем сейчас последнее время с ним, ни в чем себе не отказывая. Что касается мебели там, да мне пофиг абсолютно, пускай будет эта мебель. Главное то, что мы кушаем, что хотим. Я покупаю, что хочу. Мы, уважаемые, любим друг друга. Мы проводим время. Я считаю, что я себе ни в чем не отказываю. И мое материальное благосостояние с каждым годом увеличивается, улучшается. Если вы читали бы отзывы моей команды обо мне как о лидере, то вы бы все поняли. Но таким недалеким, как вы, которые хотят только обидеть и оскорбить, это не понять никогда. И я желаю вам огромнейшего счастья, моя дорогая. Я вам посвятила очень много времени в своем блоге Forest. Посмотрите, какое море. Вы видите? Море мне сегодня не нравится. И грязное какое. О, блин. Хотя время сейчас 8 часов. Но ничего. Туда дальше поплыву. И все. Я не знаю, вы сейчас слышите, тут ветер не дует. Так вот, я уже на море. Вот такие новости у нас. Извините, что я вам все рассказываю вот так в пути, да? По-другому не получается. Я сейчас очень загружена. Мои дорогие зрители, спасибо вам. Буйру нашким. Ашким не ёршим ди. Ахшам ямеи. Бусиджакта. В эту жару что кушают турецкие мужчины? Чорба, манты. Знаете, и ашким бенсанан чорба я кердумасан. Фитулсон. Ну, окрошка турецкая. В общем, вот так вот. Кушает он, мой муж. Приятного аппетита, ашким. Е. А вот наша принцесса. Шекерим. Учунджу бирликте. Турьерла. Чок северлар бирликте. Принцесси! Мари келечек пирасура, принцесси! Принцесса Мари любит очень.
Ой, какой у нас ветер, смотрите. Посмотрите, наши все занавески порвались. Я тоже себе манты чёрва покушаю. Давно я не кушала. Смотрите, мои дорогие, какие продают качественные. Там порвалось, и там. Мы не будем менять в этом году, хватит. Вот. Пускай как раз все веет, когда развивается, классно. Вот. Мои цветочки растут, я их сегодня поливала. Показать вам, куда показать, что показать. Где там продается у нас. Там у нас все продалось. Людей на балконе есть. Есть на балконе люди. Так, с этой стороны не видно. Но моя голубика, будет что-то ли с нее новое, какой-то плод. Это-то ладно. Но мне кажется, что она прижилась у меня, да? Перчики у меня, вот новые цветочки пошли, росточки. Здесь видите, как усилено. Новенький, молоденький. Так, здесь что? Здесь авокадо. Ну, почему он пожелтел? Мне не нравится. Этот разросся, как у нас. Вот там цветы мои. Видите, у нас все открыто, так хорошо. Эти рамы вообще. И также у нас и в спальне. Все нараспашку.